Здравствуйте, меня зовут Ковалев Андрей Алексеевич, я ординатор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии второго года обучения. Сегодня мы смотрим пациентов хирургического профиля на портативном переносном аппарате Микрус и первый наш пациент с камнями в желчном пузыре. В данном клиническом случае представлен стандартный пациент после нарушения питательного режима желчекаменной болезнью латентного течения. В санпропускник хирургического отделения поступила пациентка 68 лет с жалобами на слабость, тошноту, боль в правом подреберье. При исследовании органов брюшной полости на портативном ультразвуковом аппарате мы видим увеличенный в размерах желчный пузырь, тотально заполненный эхопозитивными конкрементами. Наблюдается массивная гомогенная тень, за счет которой мы не можем оценить размеры и количество конкрементов. Основная задача ультразвукового исследования в режиме FAST – точно дифференцировать тяжесть течения заболевания. Отсутствие паразикулярной инфильтрации и желчного перитонита говорит о легком течении.